Привет. Да, слушайте, Сергей нам расскажет про типовые модели поведения клиентов. Сергей? Я начну, да, но я хотел бы все-таки вот продолжить общение по онлайн-чату. Оно задело меня, потому что я не только с продуктом вот работаю в Алоке, но еще и с технической поддержкой и так далее. И мы заметили, кстати говоря, что в последнее время пользователи нам предпочитают писать. А потому что в переписке нам дают логины какие-то, скрины присылают, еще что-то. То есть вот это общение, которое с телефона перетекает в онлайн, оно очень видно, оно заметно, да, и мы его чувствуем. И как этот колл-трекинг, вот если я сегодня скажу про колл-трекинг, этот продукт, он уже давно такой, уже не специализируется на звонках, мы уходим в различные способы контактирования. Вот, в принципе, такая вот это ремарка. Моя тема сегодня — это думать как кролик, чтобы поймать кролика. Я хотел показать типовые моменты поведения покупателей, но отключить половину от мозга, да, которая отвечает сегодня за веб. Благо сегодня 31 мая. Благо, сегодня Международный день блондинок, поэтому я могу себе это позволить запросто. Вот, поэтому я хочу, и я сделал такую вещь. Взял звонки в сферах и не смотрел в веб. То есть не смотрел ни в Яндекс.Метрику, не смотрел ни на ключевики, не смотрел на источники по трафику. Просто посмотреть, как люди звонят. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Ну, как я сказал, да, изначально, то есть это колл-трекинг, это конверсия, которая раньше показывала, ну, в общем-то, это метрика, которая…